Мужчина выпустил в море спасенного осьминога и в ответ получил то, что запомнит на всю жизнь. Когда в чем-то помогаешь человеку, почти всегда получаешь в ответ заслуженное спасибо. Животные, увы, говорить не умеют, но они, оказывается, способны отблагодарить за добрый поступок. Именно так и случилось в нашей удивительной истории. Мужчина увидел на пляже крохотного осьминога, который загряз в прибрежном песке и уже не мог самостоятельно вернуться в свою родную стихию. Любой другой отдыхающий стал бы пристально разглядывать и фотографировать моллюска. Но парень просто положил детеныша в пластиковый стаканчик и выпустил в море. Поначалу осьминожек лежал неподвижно, но уже через несколько минут он пришел в себя, набрался сил и расправил свои многочисленные красивые щупальца. И после этого случилось невероятное. Осьминог, вместо того, чтобы скрыться в морской пучине, вернулся к своему спасителю. Он на некоторое время прикоснулся одним из своих щупальцев к ноге парня и только потом отправился в море. Это действительно волшебный и очень трогательный момент. Такую благодарность мужчина наверняка запомнит на всю свою жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще...